Итак, мы с вами поговорим еще об одной цивилизации, существовавшей на территории Мексики непосредственно, примерно между майя и ацтеками, период времени. Сейчас у вас на экране город, который называется Тула. Откуда пришли тольтеки на мексиканское плато, неизвестно. Есть даже теория о том, что они являлись потомками финикийцев. А чем прославились финикийцы, кто помнит? Древний народ финикийцы. Они Мореплаватели. краску придумали фиолетовую. Да, они были искусными мореплавателями. Такой морской державой чуть позже, которую очень хотел уничтожить Рим. Ну вот, есть версия, что тольтеки – это потомки финикийцев. Государство тольтеков просуществовало не очень долго, примерно с 9 по 13 век, а столицей тольтеков был основанный ими город Тула или Талан. А само слово тольтек – это житель Талана. Тольтеки известны как выдающиеся художники и архитекторы. Причем они очень искусно использовали цветные краски, знали секреты арифметики, геометрии, астрономии и медицины, письменность, иероглифы. Имели сложный календарь, который был основан на движении планеты Венера. Как многие индейские племена обожествляли прежде всего природу. То есть небо, землю, воду, природные силы. А мы с вами заходим в город Тула и посмотрим, чем же так этот город все-таки примечателен. Первое, что мы с вами увидим, это вот такая пирамида. А называется она пирамида утренней звезды или храм Кецалькоатля. И здесь на пирамиде есть очень интересное такое явление, которое не встречало в других цивилизациях. Да, Кира? Я знаю про Кецалькоатля. У меня есть книжка про драконов, вот. И там есть такой дракон Амфитер, мексиканский. И он, говорят, произошел как раз вот в легендах от бога Кецалькоатля, пернатого змея. Правда? Вот. Да, Я драконов но люблю, поэтому и про это выучила. смотрите один момент. Воплощение Кецалькоатля, да, оно не обязательно было в змеином обличии. Иногда перемешивали, например, ягуара, змея и орла, когда изображали Кецалькоатля. Даже такое было. Но, кстати, мы сегодня с вами вообще узнаем, откуда вот это слово и пошло-то. Итак, здесь на платформе у нас стоят пятиметровые такие статуи, которые ученые прозвали атлантами. Они достаточно большие, не смотрите, что на картинке маленькие. То есть, если человек здесь будет рядом стоять, то примерно вот так вот будет взрослый человек. Маша? Как вы сказали, змеи, орлы и что еще? Изображали иногда в виде смеси змей, орла и ягуара. То есть такая помесь животного. Лео? В реальности, если приехать туда, их можно потрогать или запрещено подниматься в пирамиду? Можно, 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 можно потрогать. Кира. И у меня еще один такой вопрос. Точнее, не вопрос, а скорее теория. Например, вот почему? Мне кажется, что древние люди, которые именно майя, там, аймеки, они все почитали одну вещь.
точнее, три самые большие. Это змея, потому что она правит землей. Орел, потому что он правит небом. И ягуар, потому что он правит всем. Правильно? Да. Вот мне почему-то кажется. А теперь давайте подумаем, почему. Мексика. Что мы знаем с вами о Мексике? Да, но мы сейчас там не берем Гватемалу, мы берем там чисто Мексику. Какой там климат? Давай, Даня. Топлый. Тропики. Очень-очень теплые, да, тропики. А какие животные у нас водятся в тропиках? Змеи. И то змеи. Ягуарчики, ядовитые змеи, иногда какие-нибудь, ну, иногда паучки. Попугаи. Ну, по большей части змеи, да. Мексика у нас известна как раз большим количеством змей из-за климата, и здесь же обитало большое количество ягуаров. С этим и связано, в принципе, что воплощение богов у индейцев, они были воплощение вот этих вот животных, распространенных здесь. Все-таки люди этих животных побаивались и считали, А что может быть, потому есть. что они божественные, их нельзя убивать? Убивать их, кстати, можно было. Сейчас мы Можно даже, было, они да, божественные. сейчас мы с вами даже это обсудим. Каким образом? А, Маша? А почему статуи были еще раз? Эти статуи, они поддерживали крышу храма. То есть вот здесь вот еще сверху была крыша. Называют их ученые атлантами. Почему? Потому что они достаточно необычные для индейцев. Есть, ну, любители мистических всяких теорий, они даже считают, что здесь изображен современный жилет, бронежилет. То есть это не просто воины, а в современной военной амуниции в бронежилете. Есть даже такое мнение. Итак, вот эти вот воины, они поддерживали, еще раз, это как столбы, которые поддерживали крышу храма. Вокруг пирамиды есть множество изображений ягуаров и орлов, которые пожирают человеческие сердца и лица. Сейчас мы с вами их посмотрим. А сами воины, как считается, они изображают основателя тольтекского государства, которого как раз и звали Кецалькоатль. Легенда гласит, что в 947 году был рожден Сеакатль Накшитль Тапильцин Кецалькоатль, пернатый змей, взошедший на трон в 980 году. У него был враг Тескатлипок, и Кецалькоатль был вынужден покинуть в итоге город с большим количеством тольтеков. Часть из них как раз мигрировала на территорию майя в Чичен-Итса город. Интересно, что согласно мифам, Кецалькоатль, царь и верховный жрец тольтеков, предпочитал, чтобы жертвоприношения были нечеловеческими. Из-за этого у него как раз вот и возник конфликт с Тескатлипоком. А кого приносили в жертву в ритуалах при Может быть, Кецалькоатле? змей? Змей как Да, раз-таки этих как раз-таки змеев, орлов змей. и леопардов. И, кстати, я еще хотел спросить, получается, он был более человечным, не давал людей убивать? По-моему, еще от детей. Детей приносили. Нет, подождите, детей не приносили в жертву. Приносили в жертву змей, птиц и бабочек. А, Даня, у тебя рука поднята. Не слышим поближе. Почему именно бабочек?
Не знаю. Честно, не знаю. Не скажу вам. Подожди, змеи, бабочек и кого еще? Пчелов? Птиц. Окей. То есть... Может, бабочек, потому что они как птицы? Похоже, они думали в древности, что это птица маленькая, божественная. Потому что разноцветная, красивая. Может быть. Может быть, история умалчивает. Так нам с вами надо вот сюда, вот вокруг пирамиды пройтись. И так. Вот изображения, которые сохранились вокруг пирамиды. То есть тот самый ягуар. А внизу это вот как раз воплощение бога Кецалькоатля. В общем, при правителе Кецалькоатле у тольтеков жертвоприношения были такие слабенькие, можно сказать, но более человечные. Сейчас посмотрим. Может, здесь... Вообще здесь изображены орлы, ягуары вокруг, которые... Ну вот можно здесь, да, немножко увидеть змеи, которые пожирают как раз вот человеческие лица и сердца. Вот человеческое лицо мы с вами можем здесь увидеть в этих узорах. А сама пирамида, вот эта вот, она небольшая, но она считается такой самой украшенной из индейских. И здесь есть еще дворцовый комплекс. Вот он. Где сохранились остатки колонн. Он немножко такой реконструированный, восстановленный. Считается, что здесь рядом с пирамидой находился дворец правителя тольтеков. Город сам был разрушен и пришел в упадок примерно в XIII веке. Интересно, что здесь, так, непосредственно здесь есть жертвенный камень, но я вот не нашла, чтобы был на панорамах, поэтому мы с вами пойдем в музей. То есть не думайте, что он такой был маленький. Вот это вот все, это зона археологических раскопок. А мы с вами сейчас зайдем в музей и попробуем посмотреть этот жертвенный камень там. Здесь музей и фигурки, все, что было найдено. Нам с вами нужен вход. И здесь два. И вот он. Итак, что вот это вот такая за фигурка? Называют эту фигурку Чак-Маоль. Служили такие фигуры Сечкатлем. Сечкатль – это жертвенный алтарь. То есть это человек, который лежит вот в такой вот позе, с головой повернутый в бок. Причем почему именно на бок и такая поза, ученые до сих пор не знают. И держит вот такой вот поднос. Поднос предназначен для приема жертвоприношения в виде человеческого сердца. Напоминаю, Кецалькоатль был не очень популярным правителем как раз из-за своей человечности, из-за того, что предпочитал приносить в жертву бабочек. Некоторые тольтеки считали, что это недостаточно. Поэтому такой вот жертвенный алтарь в виде человеческой фигуры здесь тоже был. Ну, это про тольтеков, а мы с вами сейчас уйдем в музей Майя, потому что в прошлый раз я вам забыла совсем показать. Итак, это музей
антропологии, Национальный музей Мексики. Находится он в городе Мехико, в столице Мексики. Здесь есть... Давайте на картах его покажу сначала. Насколько он большой? Вот он. Вот он. Здесь полностью история Мексики и история цивилизаций, которые проживали на территории Мексики. Мы с вами сегодня зайдем в зал Майя. Непосредственно мы находимся в нем. Что здесь есть интересное? Ну, прежде всего, обратите внимание на посуду. Посуда это глиняная. И интересна она нам тем, что сделали ее без гончарного круга. Насколько искусные мастера были майя. В следующем стенде у нас есть вот такая вот пирамида. Пирамида с фигурками. Это пирамида иерархии. Похоже на современный государственный строй. Вверху непосредственно... Получается, Что? вверху король, под ним это получается как вот, я скажу, верхние чиновники, за Да. ними военные, потом идут обычные, так? Да. И в самом низу это у нас рабы. Все как и в современности. То есть царь, чиновники, военные, простые люди и рабы. Такая вот пирамида иерархии. А что у нас есть интересного в следующем стенде, помимо того, что здесь выставлены украшения, которые носили майя? Ну, и украшения, и сами фигуры, вот такие вот фигурки у майя, такие полураздетые, они символизировали плодородие. А здесь есть вот такие вот, не знаю даже, как назвать, кольца. Кто из вас угадает, для чего они использовались? Есть версии. Давай, Себастьян. Для ушей. Нет, для шеи было бы слишком Я узко. сказала для А, для ушей. ушей. А, да, умничка, для ушей. А, это не сережки, сразу вам скажу. А, это вставки. То есть специально в ухе вырезалось отверстие, в которое это все вставлялось, заживало, встраивалось прямо в ухо и оттягивало. Вот уши становились вот настолько большими. Да, Лео. Да, я понял. Получается, они в ухо прям целовали вот эту крупную вещь, и потом Не растягивали. в само ухо, а наподобие современного пирсинга. Может, Да, я так. Вы видели, есть такие экспонаты, люди, которые себе вот в ухо вставляют Это специально. страшно. Ну, в современном мире у нас тоже такие есть. В общем, для майя вот тоже баловались такими украшениями. Дальше у нас опять же посуда, сделанная без гончарного круга. Что у нас здесь есть еще? У нас есть вот такие вот стелы, расписанные иероглифами, очень важные для археологов. Потому что у майя на самом деле была не только письменность, но и они делали библиотеку, причем майя изготавливали бумагу.
Литература Да, май. прошу прощения, Роман, снимите, пожалуйста, облик лисы и развоплотитесь. Спасибо. Прошу прощения. Литература майя находилась на очень высокой ступени развития. Их книги были написаны на бумаге. То есть они делали бумагу из растительного волокна и натурального клейкого вещества. Но до наших дней дошли всего несколько книг. Бумагу не просто делали из растительного волокна и натурального клейкого вещества. Ее покрывали с обеих сторон белой известью, а вот на этой извести уже на поверхности этой наносили иероглифы, раскрашивая их природными красками. Затем полоску складывали. Давайте. Вот она, одна из сохранившихся книг. Затем эту полоску складывали и помещали в деревянную или кожаную обложку. Почему так мало книг сохранилось до нашего времени, если майя имели огромные библиотеки в городах? Да, Наталья Сакова. А получается, эти книги, складывая как гармошку, Да. как показано, и храни их. Да. Ну вот, представьте, что библиотеки, ну, некоторые библиотеки майя, по некоторым сведениям, они были равны Александрийской библиотеке. То есть можно представить себе, какое количество книг там было. Но почему они не сохранились? В XVI веке на Юкатан, а мы с вами помним, что Юкатан – это полуостров, где расположена Мексика, прибывает молодой францисканский монах из Испании. Ну-ка, расскажите мне, зачем монахи прибывали в Америку, в Новый Свет? Давай, Симон. Чтобы взять секретные книги, которые они не знали. Книги ли? Они еще не знали, что у индейцев есть книги. Книги, Так. а религию. А, религию, да. Я хотела. Христианы. Прости, не расслышала. Да, чтобы прививать христианство. А не опускайте руки, что вы торопитесь. Лео, скажи мне, пожалуйста, как назывались такие люди? Монахи. Я так и думала, что они религию приносят, но я не Ну, знаю. помимо того, что монахи, у них еще было одно название, непосредственно у людей, которые несли туда Свою религию. христианство, да. Даня сейчас точно скажет, давай. Только в микрофон, пожалуйста, Даня. Конкистадоры. О, Даня, нет. Конкистадоры – это у нас непосредственно сами завоеватели испанцы. А как назывались люди религии, которые приезжали на этот континент, чтобы привить христианство индейцам? Симон, ты знаешь? Католики. Ну, они, да, были католиками, но есть одно слово еще. Папы? Нет, 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 нет. Ну, тогда не знаю. Так, никто не знает? Дамир, давай. Крестоносцы? Кто-кто-кто? Прости. Крестоносцы? Нет, это не крестоносцы. Крестоносцы ходили в другую сторону от Америки. Испанцы? Люди, люди. Итак, запоминаем. Что несли монахи? Зачем они пребывали? Они пребывали с миссией. И называли таких священников, которые пребывали на континент, чтобы всех привлечь в христианство, миссионерами. Слышали же такое слово? Священники, миссионеры. То есть те, кто несет христианскую миссию массы. Итак,
В XVI веке сюда прибывает молодой францисканский миссионер из Испании. Звали его Диего де Ланда. Мы с вами это имя, как и многие историки, запомним. И прибывает он из Испании, напомню. Скажите мне, пожалуйста, где зародилась инквизиция? В Испании? В Испании, да. Причем самая жестокая, как раз она была в Испании. Так вот, пропитанный духом и идеями инквизиции, Диего де Ланда начинает активно свою миссионерскую миссию, деятельность среди индейцев. Везде, где он появляется, уничтожаются все следы языческой религии. Диего объявляет индейцам, которые не очень хотели переходить в христианство, что любой, кто будет увлечен в поклонении языческим богам, будет подвергнут суровому наказанию с жесткими мучениями. Можно сказать? Давай, Лео. Я так понял, практически все книги были про их индейцев. А получается, что он запретил им, поэтому они свои книги приходилось либо испанские сохранились, либо настоящие приходилось как-то прятать от испанцев, чтобы их не сожгли. Индейцы были еще достаточно наивны, поэтому спрятать им практически ничего не удалось. Ну, Диего де Ланда, надо сказать, он начал с того, что просто угрожал, что любой, кто будет поклоняться языческим богам, будет подвергнут наказанию. А, кстати, жесткие мучения для очищения души и как раз необходимы для дальнейшего принятия в христианство в то время. В общем, индейцев это мало волновало, и они продолжали жить, как жили, с языческими верованиями. Но упрямый испанец стал искать способы воздействия на майя и решил, что действенным будет уничтожение наследия прошлых веков. То есть каких-то памятников культурного наследия. И вот был такой индейский город, город майя, Мани, где была собрана очень большая библиотека из книг, написанных жрецами еще до прихода сюда испанцев. И Диего де Ланда не придумал ничего лучше, чем собрать оттуда все книги, сложить их на площадь и сжечь. Как он сам писал в своих мемуарах, эти книги не содержали ничего, кроме суеверия и дьявольской лжи. Вот так вот религиозный фанатизм может уничтожить бесценное археологическое сокровище. Поэтому до нас с вами дошли только несколько книг. Кстати, Диего де Ланда отметился не только этим. Чуть позже он все-таки сделал ценное для науки, для истории. В 566 году он начал писать подробную историю Юкатана. Есть мнение, что начал он писать это как руководство для молодых миссионеров, как воспитывать в индейцах христианство. Но в итоге у него получился очень важный для историков документ. Назывался этот документ, манускрипт, «Сообщение о делах на Юкатане». И в нем он описывал обычаи, повседневную жизнь майя, религию, историю. Благодаря вот этому манускрипту, несмотря на то, что он уничтожил много чего, благодаря этому манускрипту все-таки стали понятны некоторые археологические находки. Кстати, здесь есть еще интересная вещь. Вот такие вот черепа. Единственное, мы с вами не разглядим, наверное, да? Черепа и зубы. Чем они нам интересны? Да, Лео? Их случаем не нашли, те колодцы, помните, были, естественно, туда часто кидали, и потому что не могли сохраниться там. Эти черепа с зубами нам интересны другим. А, причем я вам в прошлый раз говорила, что делали майя зубами. Я понял, золотые зубы, у них были золотые зубы. Они выкидывали свои и ставили к
какие-то камни. Не, не, не золотые, а вот виниры, то есть вкрапление. В зуб вставлялся винир. И для современных ученых это тоже такая технология, которая говорит о высоком развитии культуры майя. Потому что для этого нужны были сложные инструменты и определенные умения все-таки. Так, а что есть у нас еще? Еще интересного? Ну, что-то такого супер примечательного. Больше я вам здесь ничего не покажу. Суда, стелы с изображениями. Так что, а вот внизу есть очень примечательная вещь, но, наверное, мы с вами вниз нет, не попадем, к сожалению. Внизу должен быть зал, который рассказывает о погребальных обрядах майя. Ну, мы с вами туда уже не пойдем тогда. Ну что, посмотрим. А у нас 47 минут. Давайте 5 минут посмотрим видео про ацтеков и продолжим о них разговаривать уже непосредственно на следующем уроке. Цивилизация ацтеков. На родном языке ацтеков науатль слово ацтек означает «некто из Ацтлана», мифической прародины ацтеков. Современное использование слова «ацтеки» как термина, объединяющего народы, связанные торговлей, обычаями, религией и языком, было предложено Александром фон Гумбольдтом и мексиканскими учеными XIX века как средство отличать современных им мексиканцев от коренного индейского населения. Сами же ацтеки называли себя словом «мешика», от которого произошло название «Мексика». Вопросы занятия. Общая характеристика государства ацтеков. Экономика и хозяйство. Общественно-политическое устройство. Ацтеки принадлежали к последней волне индейских племен, переселившихся из более северных районов американского континента в долину Мехико. Их культура вначале не обладала какими-либо яркими выраженными чертами, но постепенно эти племена слились в единую ацтекскую цивилизацию. Интересный момент. Тольтеков, о которых мы с вами говорили в начале, выжили как раз пришедшие ацтеки. Пришли они уже после. Ацтеки поклонялись природе. При этом разные племена выделяли для почитания одного или нескольких богов в особые культы. Первоначально племена жили обособленно, занимались обработкой земли и по возможности собирали дань с покоренных народов. Во главе племени стоял наследственный вождь, он же был верховным жрецом. Одно из таких племен на пустынных островах озера Тискока около 1325 года основало город Теночтитлан, ставший в дальнейшем столицей самого могущественного государства на территории Мексики. В 1427 году ацтеки организовали Тройственную лигу – союз городов-государств Теночтитлана, Тискока и Тлакопана. Хотя члены Тройственной лиги имели определенную долю самостоятельности во внутренних вопросах, ведущая роль в ней принадлежала ацтекам Теночтитлана. Объединившись, племена ацтеков приступили к последовательному завоеванию сопредельных областей. Итак, четвертый верховный правитель Теночтитлана Ицтакаатль, правивший в 1427-1440 годах, проводил активную внешнюю политику, стремясь подчинить независимые племена долины Мехико. А его преемник Монтесума I расширил область господства ацтеков в южном направлении, район Пуэбло. При сыне Монтесумы I Ашаякатле ацтеки перешли к политике изъятия наиболее ценных земель у покоренных народов, территории которых располагались близко к центру государства. Время Ашаякатла было временем высшего развития ацтекского религиозного искусства. При нем был сооружен большой календарный камень.
Он представлял собой круг диаметром около 3,5 метров и весом более 20 тонн. Людей для его установки прислали все союзные правители. Этот памятник был символом ацтекской вселенной и воплощал мощь созданного ацтеками государства. Давайте сразу в музей. Тот же самый музей. Вот этот камень, о котором говорилось в видео. Сейчас мы с вами в зале как раз ацтеков. И здесь есть еще одна интересная вещь. Вот такая вот. Располагались такие статуи непосредственно перед храмом. Есть предположение, для чего такие статуи служили? Далее. Тут внутри есть дырка на них. Да. Я не уверен, но, возможно, это туалет. Так. Интересное предположение, Злата, Полина. Я хотела спросить, а зачем оно, вот эта дырка? А вот я хочу, чтобы вы высказали свое мнение, предположение. Давай, Даня. Привет, Месси. Мне кажется, это как у византийцев было. То, что львы издавали звуки. Но тут был ягуар. Давайте с вами вспомним, как европейцы, то есть завоеватели, те же испанцы, конкистадоры, как они описывали ацтеков. Прежде всего, как очень кровавый народ. Айка, ты хочешь сказать... Да, ну у меня фрагмента. Или это туда колонну вставляли, и то есть как бы это было поддерживатель колонны. Или если это жестокий народ, то не знаю, как-то убивали там людей. Я могу сказать, туда кровь лили или сердце вложили, чтобы жертвоприношения были. Тут все жертвоприношениями связано. Да. Такие статуи располагались перед храмами как раз для того, чтобы сначала у жертвы вырезалось сердце, а потом это сердце вот здесь вот клали и сжигали. А по залу ацтеков мы с вами пройдемся, но пройдемся уже на следующем уроке. А на сегодня мы с вами закончим. Да, Кира, если есть вопросы, давайте. Кира, не шурши, давай, да. Без шуршания. Что туда могли бы отрезать голову и тоже вставлять? Нет, голову не вставляли. Ну, да. Так, кто у нас еще поднял руку? Лео. Я хотел спросить насчет, они подняли такую круглую вот там в конце здания, показывающую, что они типа сверхдержава. Хотел спросить, как, почему она весит 20 тонн? Ведь даже слоны весят куда меньше. Понятно, что она сделана из кирпича, и он очень тяжелый. А еще они ее описывают как гигантскую, но она не очень больших размеров. Ребят, давайте один момент проясним. То, что мы с вами вот в музее находимся, да, вам кажется, вот эти вот все фигурки, статуи маленькими. Но на самом деле они намного больше, чем кажутся. Вот такие вот круги, их вырезали из цельного камня, а камень достаточно еще тяжелый предмет. Поэтому может показаться, что они должны весить меньше. Из-за того, что мы с вами вот непосредственно в музее находимся. И ну, мы находимся с вами здесь онлайн и не можем ни пощупать, ни постоять рядом, ни увидеть. Если сюда поставить человека, то взрослый человек будет вот примерно вот так вот. Отсюда. То есть он примерно высотой, как
Где-то Вот. две трети от круглого шара там в конце туннеля. Примерно да. То есть не думайте, что это маленькое. Кажется маленьким, когда мы с вами ходим в онлайн. Даже те же пирамиды или... Вот, например, вот эта вот, да, фигурка. Она кажется нам маленькой, да, но она вообще в полный натуральный человеческий рост. То есть это натуральная величина человека. Или те же... Так, где наши пирамиды? Или те же пирамиды, которые нам кажутся издалека тоже маленькими. Ну вот непосредственно, если мы с вами вот так вот посмотрим, да, ну столб, небольшой столб, там может быть метр, да. А если мы посмотрим, рядом стоит человек с этим столбом, то оказывается, что этот столб в высоту аж 2 метра. Такие особенности виртуальных путешествий. Ну что, давайте заканчивать. Про ацтеков мы с вами продолжим в следующий раз. Опять зайдем в музей антропологии и посмотрим вообще, что осталось из археологических находок. Даня. Все, ребят, всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.